28 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе Хасавюрта состоялся второй этап зональной спартакиады работников образования Хасавюрта, Кизельюрта, Хасавюртовского, Кумтаркалинского, Казбековского и Новолакского районов. Спартакиада проходила по 7 видам спорта – волейбол и теннис мужчины и женщины, шашки женщины, шахматы и метание гири 16 кг мужчины. К спортивного рода мероприятиям в Хасавюрте относятся с особой ответственностью, и проведение спартакиады не стало исключением. Участников спортивного состязания, а также гостей и присутствующих поприветствовал глава города Зайнуддин Акмазов, пожелав победы сильнейшим. Уважаемые участники спартакиады, я приветствую вас в нашем городе. Город Хасавюрт, вы знаете, это признанный центр спорта. Здесь охват населения занятием физкультурой и спорта занимает 45%, тогда как в республике это 33%. Всей инфраструктурой для дальнейшего развития спорта в городе имеются. 7 числа в городе открывается чемпионат России среди юношей по вольной борьбе. 6 выходцев из спортивных школ города Хасавюрта принимают участие в скоро открывающемся чемпионате Европы по вольной борьбе. Еще раз хочу вас всех поздравить с началом спортивного праздника, пожелать каждому участнику, каждой команде спортивных успехов и удачи в жизни. В роли организаторов выступили отдел по физической культуре и спорту, городское управление образования и городское управление профсоюза работников образования при поддержке администрации города. Председатель городской организации профсоюза работников образования Гаджи Ибрагимов в своем выступлении отметил значимость проводимых мероприятий с участием взрослого поколения. От всей души поздравляю вас с началом второго этапа. Желаю всем, чтобы вы достойно сегодня провели эти соревнования, ну а естественно выиграет сильнейший. Здоровья вам, счастья и семейного благополучия. Подобные мероприятия сплачивают коллективы, что положительно сказывается в процессе трудовой деятельности, подчеркнул в завершении своего выступления Ибрагимов. Стоит отметить, что более 130 работников в составе 6 команд будут состязаться на выход на первенство республики, которое пройдет в столице республики. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».